приближается оператор. Новая команда получена. Спасибо.
моя обязанность утилизировать ваши жертвы. Передвигаюсь. Изучаю. Ваш костюм немного изношен. Прав. Работа выполнена. Дайте дорогу. Обнаружено препятствие. Расчистите обломки. Я вас не заметил. Диагностируем легкие ранения. С этим справится и портативный аппарат. Я скоро поставлю вас на ноги. Вот. Теперь порядок. Заполнить анкету можно на стойке администратора. Я вас не заметил. Обнаружено препятствие. Расчистите обломки. Простите. Приближается оператор. Обнаружено препятствие. Расчистите обломки. Дайте дорогу. Обнаружено
вас не заметил. Приближается оператор. Обнаружено препятствие. Расчистите обломки. Виноват. Передвигаюсь. Состояние.
Боитесь, что я сделаю работу? Добро пожаловать. Чем я могу помочь? Диагностируем ушибы, ссадины, усталость. Ничего смертельного. Стойте спокойно. Это займет пару секунд. Thank you.
Добро пожаловать. Чем я могу помочь? Необходим ремонт. Свяжитесь с квалифицированным инженером. Здравствуйте, у вас назначен сеанс. Дорогу. Гипотетический вопрос. Да ладно, Мэнни, давайте на чистоту. Я же видел, как вы пялились на мою задницу. Если хотите пригласить меня на свидание... Нет, не хочу. Вопрос серьезный. Серьезный и гипотетический? Ну, я слушаю. Допустим, вы нашли нечто невероятно коварное, опасное. То, о чем все должны знать. Не знаю, напишу письмо, вызову охрану. Но это нужно сделать анонимно. Черт, Мэнни, что вы натворили? Ничего. Пока ничего. Ну ладно. Если вопрос гипотетический, я бы надел скафандр, рванул к тому рекламному щиту и написал бы все огромными буквами. Неплохая мысль. Спасибо, Мэтью. И, кстати, задница у вас так себе. К черту. Дайте дорогу. Thank you.
появится оператор. Передвигаюсь. Ваш костюм немного изношен. Ты прав. Работа выполнена. Я здесь. Дайте дорогу.
Дайте дорогу. Передвигаюсь.
Добро пожаловать. Чем я могу помочь? Диагностируем ушибы, ссадины, усталость. Ничего смертельного. Расслабьтесь. Вот. Теперь порядок. Заполнить анкету можно на стойке администратора. Я здесь. Морган, я добралась до вашего кабинета. Не была здесь с тех самых пор. Я считаю, пора обсудить ваше состояние, главный инженер Ильюшина. Какого черта? Морган, это... Я Январь, персональный оператор Морган Ю. Кто-то страшно любит собственный голос. Хорошо, Январь. Это терминал доктора Ю? И фабрикатор? Морган, поднимайтесь сюда, когда сможете. Директор Ильюшина, пожалуйста, не... Добрый вечер, Талос. Напоминаем, что все сотрудники Талоса-1 обязаны проходить ежемесячный медосмотр.
И Морган больше ничего не говорил про меня? Даже про... Только про ваше заболевание, мисс Ильюшина. И только потому, что оно может стать угрозой для станции. И Алекс и Морган считали, что это оправданный риск. О, Алекс тоже знал? Алекс осведомлен о многом. Просто помалкивает. Морган, надеюсь, вы не против? Я использовала ваш терминал. Директор Ильюшина 13 раз проигнорировала мою просьбу прекратить. Январь, Морган обойдется без сообщения про 14-й раз. Я решила пополнить ваши запасы. Нашла немного еды по пути сюда. Оставила на столе. Не волнуйтесь, ничего инопланетного. Я проверила, не дергается. Директор Ильюшина права. Здесь нет тифон какоплазмус. О, спасибо, Январь. Я не заходила сюда с тех пор, как вы прочли мне лекцию про мою парапраксию. Думала, вы меня точно уволите. Судя по всему, я вам нравилась. Ваш кабинет в относительной безопасности. Здесь вы сможете отдохнуть или использовать фабрикатор.
Я никогда не говорила, почему подделала медицинскую карту. Вы были так уверены в своей правоте, Морган, когда обвиняли меня в эгоизме и... Моего отца посадили за несогласие с советским вторжением в Индию. Многие заключенные умерли в сибирских лагерях. Но мой отец просто исчез. Я точно знала, что Транстар набирала добровольцев из этих лагерей. Я прибыла сюда из-за вас, из-за Алекса и ваших экспериментов, чтобы найти его. Теперь я знаю, он был здесь. Я заметила на вашем компьютере несколько имен и номеров из отдела психотроники. От доктора Гальегос. К русским добровольцам не обращались по именам, но мне удалось найти идентификатор отца. Мы можем поднять записи о нем, архивы экспериментов. Не думаю, что вправе снова просить об услуге, но если вы найдете этот архив в хранилище данных, я наконец узнаю, что случилось с отцом. Его звали Юрий Андронов. D01065532. Стала инженером, потому что парапраксия не дала мне стать пилотом. А теперь пилота нам и не хватает. Возможно, на посту охраны в холле есть оружие. Морган. Не волнуйтесь. По крайней мере, о нас. Я и Январь, мы справимся.